Участников фестиваля, за что огромная благодарность нашим друзьям. Это губернатор Смоленской области Сергей Владимирович Антуфьев. Аплодисменты! Главное управление по делам молодежи Сергей Александрович Картошкин. Советник губернатора Роман Александрович Пирожников. Департамент по культуре Смоленской области, исполняющий обязанности начальника Юрий Дмитриевич Герасимов. Аплодисменты! Главное управление информационной политики и общественных связей Владислав Александрович Коронов. Больше шума, ребятки. Без этих людей у нас бы не факт, что получилось то, что видите сегодня на сцене. Больше шума, больше шума. Аплодисменты! И огромная благодарность нашему генеральному спонсору. Это смоленский филиал ООО «Ростелеком», который представляет смолянам уникальную услугу «Домолинк». Дамы и господа, теперь я с удовольствием, с радостью от белорусской души хочу сказать и объявить чемпионат и фестиваль Battle Zone 2011 объявляется открытым! Еще, 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 еще! Больше шума, больше шума! Ну что, вы готовы сегодня прокачаться на полную катушку? Еле слышу, эй! Эй! А теперь давайте все вместе посмеемся. Вот я хочу слышать, как вы смеетесь. Ну нормально, нормально, нормально. Ну что ж, сегодня у нас очень насыщенная программа. Я буду говорить коротко, быстро и понятно. Значит, у нас есть три номинации. Хип-хоп соло 1 на 1. Ребятки будут биться за призовой фонд в 15 тысяч рублей. Брейкинг по системе 2 на 2. Призовой фонд 30 кусков! 30 кусков, ребята, на кону! В брейкинге! И за лучшее шоу мы с удовольствием вручим победителям 15 тысяч рублей коллективу, который по праву достоин вашего внимания, ваших эмоций. Вы будете поддерживать наших участников?
Покажите, как, дамы и господа, покажите, как вы будете поддерживать участников.